вот эта речка Сива, собственно, ее устье. Тут она делится направо и налево. Надо будет как-нибудь по тому берегу еще прокатиться. Сюда же выйти. Там интересный маршрут. Как-нибудь на целый день. Надо сказать, цели свои достиг я довольно быстро. Немножко побуксовать пришлось. Ну, в общем-то, неплохо. На машинах люди катаются.